Теперь мы помешаем. Так. Теперь мы берем стиральный порошок от Фаберлик. Так. И такое же количество ступим в эту вот баночку. Размешаем. Вот как вы видите результат. Ушастый нянь. Вот тут вот такая. И вот. Вот такие вот. Ну, которые нет камеры. Пустышки. Вот, да. Так. Ксюшка, не вижу. Наш отбеливатель от Фаберлик уже стал полностью белый. В нем ничего нету. Таких всяких крупинок, ничего такого там нету. И вот как наш отбеливатель, тут тоже ничего нету. Через 5 минут он тоже станет таким же белым, как отбеливатель от Фаберлик. Вот как вы видите результат. Я все убираю ручку пока. Вот такой результат у всех. У всех порошков. Наше действие сейчас посмотрим. Вот смотрите, на глазах. Да. Это вот порошок ушастый нянь. Это отбеливатель Фаберлик. А это стиральный порошок от Фаберлик. Ну, как вы видите, мы их все составили тут. Чтобы вам было видно и понятно, какой порошок от какого. Вот видите, вот. Так, результат через 4 минуты. Да. Вот он результат через 4 минуты. Ушастый нянь вот такой стал. В нем образовалась каша. Кашица. И по краям, как видите, остались пустышки. Если бы стирать таким порошком, у вас останется все на барабане. Особенно в сельской местности. Вот наш отбеливатель Фаберлик. Наш и порошок. Вот как вы видите, порошок от Фаберлик тоже стал белым. Так вот. Супер, молодец. Какие результаты у нас получились?